Приветствую вас, дорогие друзья и подписчики канала. С вами канал Китай стал ближе. Сегодня у нас распаковочка. И сегодня на распаковочке у нас три посылки. Давайте начнем с самой маленькой. Шла она 29 дней. Оценена она в 30 центов. И давайте посмотрим, что же нам там пришло. Пришла вот такая вот, что это, это типа сережка, не сережка, такая вот штучка, это украшение, надевается оно на ухо. Фото выложу, сможете посмотреть. Сделана она из какой-то металл, наверное, сплав, может, мельхиор или что-то, но не пластмассовый вроде. Да, что-то металлическое. Такая вот штучка. Покупалась она, по-моему, если не ошибаюсь, 150 или 170 рублей. Все ссылочки будут в описании к видео, так что проходите в описание, смотрите, заказывайте, если кому-то понравилось. Фотографию обязательно выложу. Ну что ж, приступим к дальнейшим распаковкам. Вот это вот посылочка шла 25 дней, оценена она в 1 доллар. Посмотрим, что здесь. Почему один? Пакет пустой. Такая вот электрическая блесна. Хотя я заказывал две штуки, но почему-то пришла одна. Ладно, будем выяснять. Вот такая вот электрическая блесна. Она при попадании в воду замыкаются контакты. Здесь можно ножом замкнуть, я думаю. Нет, ножом не замыкаются. В общем, при попадании в воду она начинает светиться. Я сейчас налью воды, мы с вами посмотрим. Вот так вот, давайте, друзья, используем кружку из прошлых видео. Кидаем воду. Да, она и правда начала светиться. То есть она моргает. То есть вот она моргает, видите, в воде. То есть это как бы должно привлекать рыбу. Ну что ж, сейчас кончится нерестовый запрет, и мы обязательно проверим, привлекает она рыбу или не привлекает. Штука, в принципе-то, одноразовая. Батареечку мы уже не заменим, ничего. То есть как батарейка сядет, но я думаю, она долго будет мигать. Так вот. Что ж, и самой основной посылки шла 32 дня, цена 5,5 долларов. И здесь должна была быть вышивка. Мои барышни подсели на эти алмазные вышивки, им понравилось безумно. Значит, давайте вскроем, посмотрим. Одна картина уже есть, я его показывал в предыдущем видео, что они вышли, заказывают еще, и заказали много этих вышивок, будут вышивать. В общем, вот так вот упакован пакет, завязан скотчем. Аккуратно долезть, чтобы это все не порвать или порезать. Значит, такой вот наборчик, как всегда. Только здесь еще дополнительно еще какая-то приблуда есть. Набор. Ну вот такая вот вышивка пришла. Вот здесь вот стразы. Все запаковано, так что ничего не должно было потеряться, все под своими номерами. Будут вышивать, потом покажу вам результат. Вот. Все они под своими номерами, все пронумеровано. То есть запутаться они не должны. Значит, вот вышивка, вот здесь вот все причиндалы к этой вышивке. Я бы так сказал, опять же, это не вышивка, а наклейка. Да, и вот сама вышивка.
То есть склеиваются стразики. Сам процесс, я думаю, не будем показывать, а покажем уже результат, когда будет готова вышивка. Ну что ж, на сегодня все. Подписывайтесь на мой канал, будем еще распаковывать, будут распаковки, будет видео, рыбалка, походы. Все, всем спасибо, пока.